Серое небо и неприятный запах гари в воздухе. Волнения горожан понятны. В такой смог многие люди, особенно в возрасте, чувствуют себя неважно. Вот чуть-чуть тяжелый установка. Жара, вот, потом задымленность, все до кучи. Задымленность беспокоит вас? А? Задымленность беспокоит? Ну, как-нибудь. Мне 85 лет, вот, вы же понимаете. Давит все кругом. У кого-то может быть аллергия или что-то, кому-то дышать тяжело. Давит, дышать нечем, конечно. Небо голубого даже не видно из-за этого дыма. Конечно, очень тяжело. Так откуда появилась дымовая пелена? Оказывается, такое задымление идет из Иркутской области. На сегодня этот регион – лидер по количеству лесных пожаров в России. Большую роль сыграло и направление ветра со стороны Приангарья. Но здесь стоит еще отметить то, что была смена погоды, то есть было перепады давления, а Улан-Удэ находится в чаше между гор, соответственно, вот тот дым, который идет на нас, он как бы оседает над городом, его сильно прибивает, поэтому такое задымление, оно сильно чувствуется. Пожары, которые действуют сейчас в Бурятии, такое задымление дать не смогли бы, пояснили нам в лесном агентстве. Возгорание активно тушат. Из 10 действующих 4 локализовано. Увеличена ли концентрация вредных веществ, пока неизвестно. Как нас заверили в управлении Роспотребнадзора, они взяли пробы воздуха на исследование, результаты которого будут выложены на сайте ведомства. Дарья Белоусова, Виктор Горновской. Новости дня.